Ну что ж, друзья, теперь... Я еще не слушала. То, ради чего мы собрались. Да что ж вы смотрите мой трек-лист, мой. Друзья, песня, которую написала моя сестра, впервые, кроме каких-то авторов, да. Она на самом деле, она замечательно талантлива. Она никогда не училась музыке, и 2 года назад она, я уже будучи в Украине, живя в Украине, она написала мне, записала на диктофон эту песню и отправила, говорит: «Влад, мне кажется, может быть, вот, может кто-то ее споет, может быть, она кому-то понравится». Я говорю: нет, это будет моя песня, она такая крутая, она такая хитовая, она такая заводная. Но все время до нее не доходили руки, потому что все время у меня в жизни происходили какие-то события. Я все время наматывал на кулак, как говорится, и мне хотелось все это выплеснуть. И вот сейчас, когда все не очень хорошо, но хорошо, потому что хорошо, да, ты меня понимаешь, рыбы они такие, когда надо, они могут радоваться. И эта песня, она такая весенняя, такая замечательная. Я надеюсь, что вам она понравится, и вы будете под нее плясать. Я уверена. Давайте, поехали. По лужам. Премьера. Я бегу по лужам, и мне никто не нужен. Музыка в ушах заглушает шум города, машины, рука. Люди в коробках, а я бегу по лужам и счастлив, потому что бегу. Спасибо, люди.